Лёха по форме пришёл. Молодец. Живой крепкий. Что ты, блядь, ростом получше стал даже сейчас. Ну ничего, нормально. Гибель, блядь. А вот это что такое РПЦ? Русская Православная Церковь. Не надо, это я вообще скажу. Тут не надо, просто заместитель там на Новом Круге. Не очень был. Согласен. Вопрос какой-то. А Ника. А батюшка Алексей не подъехал? Кто? Смотрят корпус, порядок смотрят, ну, все, очень нравится, ребят очень, везет, наш рад. Мы уже разобрались, на сайт ходили. Выступает у нас, кадеты выступают некоторые, тоже доклады делают, готовятся. Ну, действительно, мы празднуем в эти дни годовщину воссоединения Крыма с Россией. И мы, Россия, последние годы, начиная с 90-х лет, все время что-то теряла. Теряла территории, теряла какой-то экономический потенциал свой, гордость свою, такую вот национальную теряла. А вот сейчас, с момента воссоединения Крыма, мы все больше и больше стали приобретать. Прежде всего, поднимается наш дух, что само очень здорово, замечательно. Вот. Крым – это святыня, это краеугольный камень Святой Руси. Оттуда наша Русь, по сути, пошла вот как христианская держава. Там, в Херсонесе, а это на территории современного Севастополя, принял святое крещение святой равноапостольный князь Владимир. И поэтому, конечно же, для нас это было больно, что Крым, исторически относящийся к Российской империи, к России, к Российской Федерации, он был волюнтаристским совершенно решением в свое время передан в состав Украинской Республики. Понятно, что тогда был Советский Союз. Понятно, что тогда особо не делил кто как, но все же 2 миллиона граждан Крыма вдруг проснулись совершенно в другой юрисдикции. И особенно это стало больно, вот такая оторванность Крыма после того, когда Украина стала самостоятельным государством, и Крым, за который было пролито столько русской крови, такие блестящие имена, там, такие военачальники, такие святые на территории Крымской земли. И вот это все отошло в Украине. И вот сейчас произошло восстановление исторической справедливости. Казаки Волгоградского округа и Волжского юрта приняли участие в обеспечении безопасности на территории Республики Крым во время проведения известного референдума. Они ничего больше не делали. Они именно были призваны обеспечить безопасность, потому что боевики с западных частей Украины, боевики из Киева, представители правого сектора автобусами и даже и железной дорогой направлялись как раз в момент референдума для того, чтобы посеять хаос на территории автономной республики. И вот как раз наши казаки в составе других сводных отрядов Всевеликого войска Донского, а также Кубанского войскового казачьего
рабочее общество. Они обеспечивали порядок на улицах различных крымских городов. Слава Богу, что казаки у нас сейчас воцерковляются. Сейчас наступает новый период возрождения казачества. Если мы раньше говорили о количественном таком возрождении казаков, то сейчас может быть в ущерб количеству, но зато более качественное возрождение казачества мы наблюдаем сейчас. И как раз это было продемонстрировано в том числе и на территории Автономной Республики Крым в то время. Потому что был объявлен сухой закон среди казаков. Каждое утро начиналось у них с молитвы, каждый день заканчивался молитвой, прием пищи был сопряжен с молитвой. Вот. И все, что они делали по благословению духовников. Более того, мы постоянно поддерживали с ними режим телефонной связи, буквально ежедневно. Было назначено время, когда старшие казачьих отрядов выходили на связь, и это было, значит, повторяю, в системе, и был, представлялся рапорт о том, как был прожит день, и, конечно же, получалось благословение на те или иные действия, которые совершались тогда на территории Крыма. Ну вот, год прошел. Сейчас мы видим необыкновенный подъем в нашем народе. Мы видим то, что вот это чувство униженности и оскорбленности, которое с 90-х лет вот как-то вот так вот было, присутствовало среди наших людей, сейчас меняется на чувство гордости за свою страну. Мы чувствуем принадлежность к великой державе, и как бы ни старался вот наш противник посеять вот недоверие к руководству страны, посеять хаос в нашей стране. Отрадно, что наш народ, и казаки в том числе, на это дело, на эти провокации не поддаются. Я думаю, что и не поддадутся, как бы ни старались. Вот они, потому что мы понимаем прекрасно, что не украинцы сейчас вот так вот возрождают свой фашизм. Тот фашизм, который был в свое время олицетворен Семеном Бандеры и Шухевича. Вот. А это все привнесено извне. Те мощные средства, современные средства массовой информации, а может быть лучше сказать средства массовой дезинформации, которые потоком обрушиваются на головы украинцев, они призваны только вот оболванить их, а на самом деле заказчики находятся за океаном. Заказчики циничные, прагматичные совершенно. И мы можем противостоять им только силою своего духа, силою своей веры. Вот если этого не будет, мы не сможем им противостоять, понимаете, не сможем. И ничто не поможет нам тогда вот сохраниться и возродить нашу Россию. Вот если же все же мы будем возгревать и поймем это, то тенденции отрадные к этому имеются. Мы видим, что тенденции появились, слава Богу. И вот в этом залог нашего успеха. Что делают люди, которые нацелены на такой способ решения политических проблем? Легко все перевернуть с ног на ногу. Система обучения в школах, в детских садах, приходят какие-то выборы, ограничивающие официальное применение русского языка. Вся документация предприятий должна была вестись на украинском. Они еще и сопротивлялись чужому. Поэтому, когда называют крымскую весну третьей оборонной, далеко не простой. Далеко не простой. Виктор Мельников, командир. Thank you.
сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися вны и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже, души наши. Благословение Господне на вас, только благодатью и человеколюбием, всегда ныне и присно, и во веки веков. С Богом! Подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. И вот спустя год воссоединения Крыма с Россией мы с вами в рамках круглого стола поговорим об истории крымских земель, а также услышим и зададим вопросы участникам событий во время проведения референдума. Все собравшиеся за этим столом, конечно же, друзья, дорогие граждане Российской Федерации, мы сегодня гордимся своей страной, гордимся тем событием, которое отмечаем. Годовщине воссоединения Крыма и России. Наши земли возвращаются к нам. Наши люди под защитой своей родной страны. Мы все видели фильм по российскому телевидению. Видели, как это произошло. Многие здесь присутствующих лично участвовали в этом. И мы преклоняемся перед вами, перед вашим гражданским подвигом участия в том великом деле, которое свершилось. Я желаю всем здоровья, счастья. Счастья в нашей большой многонациональной стране, Российской Федерации. И пусть каждый русский знает, что Россия крепка, сильна, и ни один русский в обиду не будет дан. Спасибо вам всем. Здорово, дневали казаки. Слава Богу! Позвольте... Без микрофона. Слышно? Нормально? Ну давайте без микрофона. Позвольте вас всех поприветствовать от имени главы города Андрея Владимировича Косолапова, от всего депутатского корпуса Волгоградской городской думы, поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого круглого стола. Конечно, каждый из нас здесь присутствующих понимает ответственность и важность этого мероприятия. Все мы с вами отмечали эту дату. Вот, был такой торжественный митинг на площади проведен. Присутствовало порядка 8 тысяч человек. Все мы видели поддержку, настрой. Конечно, исторически, если смотреть в прошлое, можно сказать следующее. Великая Россия вкладывала в город Севастополь, в развитие Крыма, больше 200 лет свои средства, своих воспитывала людей, посылала туда казачье войско на охрану этих территорий, тем самым подтверждая свое историческое и стратегическое присутствие на Черном море. Что можно сказать? Эта земля по праву принадлежит России. И та историческая правда и справедливость, которая восторжествовала, мы все ее поддерживаем. Поэтому мне всем хочется пожелать крепкого здоровья, конечно же, мирного неба над головой, и чтобы границы Российской Федерации были нерушимы. Спасибо. Слушайте, из микрофона. То, что это событие знаковое, я думаю, никого сегодня не возникает и сомнения. История Крыма, она не началась на Майдане. Это длительная история. Неправильно принятые политические решения Хрущевым, также Беловежской пуще, сделали то, что 20 лет Крым был отсоединен от России. 20 лет борьбы не прошли просто так. И народ Крыма высказал свое мнение на референдуме и вошел в состав Российской Федерации. Также это произошло благодаря твердой воле нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы сегодня испытываем искреннюю гордость за историческое событие и решения, которые были приняты. Желаю участникам круглого стола плодотворной работы и быть добром.
Люба! Друзья, хочу приветствовать всех участников круглого стола и сказать, наверное, самое главное, спасибо хозяевам этого зала, потому что благодаря вашей работе, благодаря вашему труду сидят такие замечательные ребята у нас за спиной, в которых самое главное весь смысл нашей жизни. Потому что благодаря их труду, благодаря их желанию побеждать, благодаря их умению защищать, будет жить наша страна. Потому что именно не только политическая воля, но и уверенность людей в том, что эта земля российская, вера в том, что мы можем это сделать, позволила 18 марта сделать национальным праздником для всей страны. Я хочу поблагодарить директора заведения за ту работу, которую он ведет, и сказать спасибо вам. И начнем работать, да? Казачки! Слава Богу! Год назад прошло очень важное историческое событие, по итогам которого было воссоединение Крыма и России. У Крыма огромная, большая история. Это был всегда стратегический объект на нашем материке. И сейчас, после года этих событий, мы сами все понимаем, насколько это имеет сейчас это то важное значение. Во всей истории Крыма казаки войска Донского всегда принимали свою часть и положили свои головы там и внесли свою лепту в эту историю. И не исключением стало и событие годичной давности. Когда был референдум, казаки войска Донского, в частности, округов, входящих в Волгоградский казачий округ, Волгоградской области, вернее, приняли участие, отозвались на призыв руководства Крыма и приняли участие в обеспечении порядка при проведении референдума. Некоторые казаки, несколько казаков у нас отмечено медалями Министерства обороны Российской Федерации за присоединение Крыма. Люба этим казакам. Люба! И хочу еще раз добавить, что очень приятно и, наверное, правильно было принято решение руководством казачьего кадетского корпуса атамана Волгоградского казачьего округа, что это мероприятие, круглый стол, посвященный присоединению Крыма России, проходит у нас здесь, в казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Константина Ивановича Недорогова. Наши кадеты, выпускники, это наше будущее России, это будущие офицеры российской армии, будущие управленцы различного уровня. Они сейчас изучают историю российского государства, казачества, но им ее и продолжать ту славную историю казаков, которая на протяжении многих веков создавалась, и она будет реализовываться. В этом году, в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, опять же по инициативе Волгоградского казачьего округа, будет проходить конный переход казаков юга России от города Героя Волгограда до города Героя Севастополя. Старт будет дан 17 апреля от Малая Кургана. Казаки, всадники, которые поедут от Волгоградской области, берут священную землю, кафку со священной землей и передадут ее в Севастополе на День России 12 июня, на котором также будет представлена делегация казаков Волгоградского казачьего. Хочется пожелать всем добра, здоровья и удачного обсуждения сегодняшнего вопроса. Слава Богу, что мы казаки! Люба! Сочли мои отцы, атаманы, дорогие кадеты, по поручению муниципальной системы образования выражаю вам свою искреннюю признательность за приглашение на это мероприятие. В моем лице к вам присоединяется 80-тысячная аудитория учреждений наших муниципальных учреждений образования. Мы разделяем ваши чувства, мы разделяем ваши надежды и надеемся, что наша сегодняшняя встреча внесет свой достойный вклад в огромное дело патриотического воспитания достойных наследников героев-победителей. Знаете, есть что сказать. Нам не надо выдумывать героев. Они у нас есть. Они отдали свою жизнь за важное, за Русь святую, за веру православную, за землю нашу политую кровью. Каждая пядь земли дорога.
Поэтому вам, наследникам, есть за что, чему посвящать свою жизнь, ради чего жить. И мы очень надеемся, что сегодня, находясь там, в небесном воинстве, они радуются тому, что мы объединяемся с нашими братьями. У нас недавно, как в конце года, состоялась прямая линия с детьми из Луганска. Это было действительно интереснейшее событие, символизирующее о единстве понимания, значение мира для каждого ребенка, значение мира для каждой семьи. И мы надеемся, что вы также присоединитесь к тем патриотическим акциям, которые проводятся в городе Герои Волгограде. Вместе вы едины. А нам, к старшему поколению, нет больше счастья, чем понимать, что растет благодарное поколение, наследники традиции. Спасибо всем, кто счел возможным участвовать в сегодняшнем мероприятии. Люба! Я не буду много времени отнимать, скажу только два эпизода. В том году, что казаки нашего округа попали в Крым, это стоило очень дорогого удовольствия. Ругали меня очень сильно и власти, и казачья власть, но все равно я пошел наперекор и группу из 33 человек отправил в Крым. Потом сказали большое спасибо, всех наградили, мне сказали, что я опять плохой. Ну, бог с ним. И второй. Я вчера звонил в Крым, простые жители Крыма радуются. Говорили мне большое спасибо за то, что Россия пришла к ним. И говорит, пускай нам тяжело будет, но у нас нет войны. Это уже очень дорогого стоит. Поэтому с Богом, быть добром. Ну а сейчас в начале работы я прошу вас всех поаплодировать. И вас приветствуют на сцене вокально-инструментальный ансамбль казачьего кадетского корпуса «Казаки». Песни о тебе, Россия, скрыта на тебя.
встань, пожалуйста, помаши всем. Вот она очень скромная, милая, тоже к нам приехала из Донецкой области и обучается сейчас у нас, чему мы бесконечно, бесконечно рады. Танюш, ну это аплодисменты тогда тебе. Ну, в продолжении, конечно же, нашей темы, хочется сказать о том, что в 2014 году в референдуме приняло участие более 82% избирателей и более 96% высказал за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительны. Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма, знать, что значило и значит Россия для Крыма и Крым для России. В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. И кратко об истории крымских земель вам расскажут кадеты Маслов Сергей и Фролов Иван. Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы. На севере полуостров соединен с материком узким Приковским перешейком. С запада и юга полуостров омывает Черное море. С востока Керченский пролив, а с северо-востока воды Азовского моря. Название Крым происходит от тюркского. Вал, стена, ров. Приковский вал отделял Крым от материка. Он был построен 2000 лет назад. С 13 века полуостров носил название Таврика. С 15 века полуостров стали называть Таврией. А после вхождения его в состав России в 1783 году Таврией. В 6 веке греками был основан Херсонес Таврический, который просуществовал более 2000 лет. Теперь это территория Севастополя. Херсонес в период рассвета – это крупный город-порт, окруженный мощными стенами, торговый, ремесленный и культурный центр всего юго-западного побережья Крыма. Свою роль в истории Крыма сыграла и Киевская Русь. В конце X века Херсонес, киевский князь Владимир, принял христианство. В 13 веке на территорию полуострова вторглись ордынские войска, и в 1443 году было образовано самостоятельное Крымское ханство. Развитие экономики и культуры Крыма и его растущее сближение с Русью были надолго остановлены ордынским нашествием. На протяжении многих лет Россия воевала с крымскими татарами. Окончание решения крымского вопроса стало возможно лишь заключение мирного договора между Россией и Турцией в 1774 году. И главная заслуга в окончании решения крымского вопроса принадлежит Григорию Потемкину, который придавал большое значение присоединению Крыма к России. В конце 1782 года, оценивая все преимущества присоединения Крыма к России, Светлейший излагает свое мнение в письме Екатерине II. Рассмотрев все доводы Потемкина, необходимости решения столь важной внешней внутриполитической задачи, 8 апреля 1783 года Екатерина II издает манифест о присоединении Крыма, где крымским жителям обещалось полное равноправие со всеми жителями России. Крым не раз становился ареной ожесточенных битв и сражений. Самая кровопролитная война 19 столетия в России получила название Крымская. Это была очередная русско-турецкая война. Началась героическая оборона Севастополя, которая продолжалась 349 дней под командованием Корнилова, Истомина и Нахимова. Оборона закончилась поражением русской армии и сдачей города. Также бесславно закончилась вся война, которая разрушила город до основания и прославила его на весь мир. Гражданская война России велась и в Крыму. В борьбе за власть шли ожесточенные сражения между Красной и Белой армией. Крым несколько раз переходил из рук в руки, и в 1920 году Крым стал частью Советской России. В годы Великой Отечественной войны через Крымский полуостров не раз прокатывался огненный вал фронта. Эта война вошла в историю Крыма множеством героических, трагических и жестоких страниц. Самое заметное событие той войны – героическая оборона Севастополя, которая длилась 10 месяцев. Защитников города постоянно поддерживали корабли флота. Прорываясь в осажденный Севастополь, они доставляли пополнение, боеприпасы, продукты питания, возили на большую землю раненых, стариков, женщин и детей, вели артиллерийский огонь по позициям врага. Когда надводные корабли уже не могли прорваться к Севастополю, их задачу отважно выполняли экипажи подводных лодок.
освобождение Крыма и Севастополя весной 1944 года ставка Верховного Главнокомандования была возложена на войска 4-го Украинского фронта. 9 мая 1944 года был полностью освобожден Севастополь. 30 июня 1945 года Крымской ССР указом Президиума Верховного Совета СССР была создана Крымская область в составе РСФСР. В 1948 году Севастополь был выделен в отдельный административно-хозяйственный центр, но в 1954 году Хрущев передал Крым Украинской ССР. 20 января 1991 года в Крыму был проведен референдум. На голосовании был поставлен вопрос: воссоздание Крымской автономной ССР как субъекта Союза ССР и участника союзного договора. Участвовало в референдуме 81% граждан. Проголосовало за 93% жителей Крыма. Но воля жителей Крыма была проигнорирована политиками. В ноябре 2013 года по февраль 2014 в Украине разразился политический кризис. В феврале 2014 года на фоне массовых беспорядков и кровавых столкновений сил правопорядка с митингующими оппозиционерами в Киеве президент Украины Янукович был отстранен от власти оппозиции и покинул страну, обратившись за помощью к России, призывая обеспечить защиту его жизни и безопасность. 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма. При воссоединении с Россией на референдуме в Крыму проголосовало более 96% жителей. На основании результатов референдума от 16 марта 2014 года был ратифицирован Федеральный конституционный закон о принятии в Российской Федерации Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Спасибо за внимание. Итак, дорогие друзья, еще хочется сказать о том, что среди нас находятся выпускники нашего корпуса, которые стали участниками событий в Крыму год назад. Я прошу вас, ребят, подняться со своих мест, потому что мы сейчас подарим вам аплодисменты. Это Малимонов Алексей, Аляев Сергей, Маланичев Алексей и Мурсалимов Евгений. Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Прошу садиться. Ну а мы продолжаем. И еще хочется рассказать о том, что в течение суток с 10 по 11 марта 2014 года из казаков Волгоградского казачьего округа и Волжского юрта был сформирован сводный отряд в количестве 33 казаков. Сегодня уже об этом упоминали. И 11 марта 2014 года они направились в Крым для оказания помощи братскому народу и обеспечения охраны общественного порядка во время проведения референдума. Казаки сводного отряда активно проявляли себя в Черноморском районе, где своими силами не допустили агрессии и кровопролития в отношении мирных жителей со стороны негативно настроенных фашистских организаций. И прошу всех внимания на экран. Thank you.
своего дела. Верность присяге, смелость, решительность и отвага донских казаков заслуживают уважения и являются достойным примером для подражания. Выражаю вам со всего личного состава искреннюю благодарность и признательность за образцовое исполнение должностных обязанностей и самоотверженное служение Отечеству. Желаю вам, уважаемые мои друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, добра и удачи в жизни, иссякаемой энергии, бодрости духа, дальнейших успехов в служебной деятельности на благо нашей великой Родины Российской Федерации. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Галкин, город Севастополь. Решили вручить этот памятный адрес походу вот так. Округа. Товпинец Сергей Федорович, заместитель начальника штаба. Корчунов Игорь Николаевич, первый заместитель, товарищ атамана станицы Никольская. Воротник Дмитрий Николаевич, атаман Хуторского казачьего общества, хутор Никитинский. Давайте им поаплодируем. Еще попрошу выйти остальных участников, которые принимал там события. Моисеев, Разгулов, Агапов, Ичиашвили, Факиев, Глазков Юрий Николаевич. Прошу прощения. Я хотел вкратце рассказать небольшой отчет о нашем походе с нашими братьями-казаками, которые вместе принимали участие. 10 марта на совещании в Волгоградском казачьем округе было принято решение оказать помощь братскому народу. Глядя, что там творится, был сформирован отряд для оказания помощи. На это было выделено 24 часа. За 24 часа отозвалось 33 казака, которые представляли Волгоградский казачий округ и Волжского юрта. На совещании был назначен, атаманом округа был назначен походный атаман, это был я, заместитель походного атамана начальник штаба Юрий Николаевич Глазков, писарь, командир отделения. Командир отделения частично присутствует здесь. К сожалению, всех не могли мы собрать 33 человека, потому что люди работают. Так что присутствуют только здесь эти люди, которые...
Значит, на совещании была составлена схема маршрута. Связь была, должны были поддерживать походным атаманом Всевеликого войска Донского в Крыму и Исаулом Гиагановым Николаем. 11 марта 2014 года в 17:00 было проведено совещание, где казакам проинформировали о возможных последствиях похода и предоставили в очередной раз сделать выбор – остаться дома или выбрать поездку. Ни один казак не переменил своего мнения. Все, кто прибыл, отправились в этот поход. Маршрут наш пролегал до города Керчи. Сначала до порта Кавказ, это Россия, и из порта Кавказ через паромную переправу до города Керчи. В Керчи мы прибыли, когда уже стемнело. Мною было принято решение организовать остановку для того, чтобы поменять наши деньги российские на местную валюту украинскую. Расстояние от города Керчи до Симферополя составило 240 километров. Все это время мы ехали ночью, не зная ни маршрута, ни сколько времени займет дорога, так как указательных знаков и все, что находится, я имею в виду разметки, там практически отсутствовало. То есть мы ехали, как бы сказать, останавливались, спрашивали дорогу. По дороге пересекались с колоннами военной техники. В Керчь мы... От Симферополя мы выдвинулись в сторону Бахчисарая. Но перед тем, как выдвинулись, мы заблудились в Симферополе, так как, опять же, в городе не установлены указатели, как проехать, допустим, Севастополь и Бахчисарай. Мы заехали в частный сектор Симферополя, где было максимальное проживание татарского населения. И там мы столкнулись с первой провокацией со стороны татарской молодежи, как нам позже сказали, радикально настроенные, которые были противником вступления в Крым. Крыма в России. После от Симферополя нас сопроводил таксист, дай бог ему здоровья, который нас вывел на дорогу Симферополь-Севастополь, и где мы проследовали до Бахчисарая. Бахчисарай нас встретил атаман Бахчисарайского района Сергей Юрченко. Может быть, слышали в новостях, который находился позже во время действий Донбасса в плену у СБУ. Через 3 недели был отпущен с какими-то повреждениями, увечьями. Но сейчас он ведет активную работу, мы в строю. Значит, Сергей Юрченко встретил нас, это было уже поздней ночью, и сопроводил нас в сторону Севастополя. Перед Севастополем нас встретил первый блокпост, на котором стояли казаки, милиция и ополчение. Казаки с этого блокпоста выделили сопровождающего, который нас смог сопроводить до Севастополя, а именно казачья бухта, место нашей дислокации. Опять же, повторюсь, мы ехали ночью, проезжали по Севастополю. Дорогу невозможно было запомнить. То есть потом уже выяснилось, что мы в Казачьей бухте. Нам показали наше место ночлега. И то есть, как сказали ожидать утра. А я направился на совещание к Николаю Дьяконову, походному атаману войска Донского в Крыму, чтобы получить дальнейшие указания и наши действия. На следующий день, утром на подъеме, я сообщил, что к нашей группе 33 казака добавилось еще 27 казаков. Это представители Калининградского казачества и представители Ростовской области, а именно Восточного округа Всевеликого войска Донского, во главе с атаманом Токином. Назначили нашего сводного, опять еще раз сводного отряда в количестве 60 человек походного атамана Токина Владимира Васильевича. Владимир Михайловича, меня его заместителем. И было принято сформировать мобильную группу, которая должна была выдвинуться на окраину Севастополя для блокировки складов боеприпасов и вооружения украинских вооруженных сил для и последующей передачи в пользование вооруженных сил Российской Федерации. Другая часть казаков, большая, которая осталась в лагере, провели тренировки по наблюдению на блокпосту, по оказанию сопротивления, по оказанию медицинской помощи. После того были сформированы пешие патрули и направлены для наблюдения территории, наблюдения и предотвращение всевозможных правонарушений. Так как, могу сказать, рядом с нами находилась морская пехота вооруженных сил Украины. Далее вечером был отбой,
И опять ночью совещание. На совещании была поставлена задача выдвинуться нашим отрядом сводным в поселок городского типа Черноморское, Черноморский район, полуострова Крым, это западная часть Крыма. Было получено огнестрельное оружие, и утром нашему отряду были предоставлены автомобили морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации для того, чтобы мы могли добраться до Черноморского. В путь нас затратил порядка 5 часов, потому что дорога туда составила около 300 километров. Вот. Ну, сами понимаете, на Уралах быстро не разгонишься, поэтому мы ехали довольно-таки медленно. Прибыв в Черноморское, мы увидели группу людей, которая скопилась в парке. В основном это были татары, которые хотели провести митинг против вступления Крыма в Российскую Федерацию. Но после выгрузки казаков, представляете, да, 50 казаков выгружается с Уралов, митинг рассеялся. После чего мы встретились с администрацией Черноморского района, представителями милиции, МЧС, где обговорили нашу дальнейшую стратегию, чем мы должны заниматься и что делать. На карте мы отметили самые важные районы Черноморского района, где должны были выставить блокпосты. Это подъезды северной, с восточной стороны и с юго-востока. С юго-востока, особенно озеро Донузлав, там находится мост, стратегически важный объект, то есть это центральный въезд в Черноморский район. Там было решено поставить самый основной блокпост, то есть более вооруженный, более часть группировки представлял. Значит, потом, после чего казаки покушали, вместе нас покормили, мы направились оттуда, место расположили для того, чтобы выдвинуться на блокпосты. И здесь мы увидели что-то неописуемое, когда, представьте, было в это время проходил митинг вступления уже в Россию, и когда люди, когда мы проходили, выключили музыку и сделали коридор, где они аплодировали, вещали спасибо, хотя еще не за что было, мы просто прибыли. В дальнейшем казаки направились на блокпосты, где была поставлена задача не производить отчет в течение 2 часов, а оперативную обстановку докладывать. Значит, после этого с атаманом Токиным мы приняли решение произвести объезд всех постов, проверить именно где, как, что лично несется служба, какие проблемные места есть, и все это в этом роде воочию. Самое проблемное место оказалось газовое хранилище. Огромное газовое хранилище, естественное. Я, честно говоря, не помню, какую площадь, но очень огромная. Так как в Черноморске находилась организация украинская «Нафтогаз». И то есть прямая закачка нефти была именно туда. Приехав туда, мы видели ополченцев. Двух молодых ребят, 18 лет. Автомат, которых перевешивал, они худые такие, ну, ребят, школьники. Мы вопрос задали, как вы сюда попали. Они говорят, пришли, записались, добровольцы нас направили сюда. Ну, понятное дело, что эти ополченцы, как сказать, особо какую-то задачу, я имею в виду, приостановить какие-то действия не смогут. Поэтому туда направились казаки Калининграда, которые смогли именно 2 блокпоста закрыть, их было 10 человек. Именно, так сказать, поддержать этих ополченцев ребят. Значит, ночью, с периода с 14 по 16 марта, проходили провокации. Провокации со стороны населения. Ну, то есть, радикального, где проживает радикальное татарское население. А именно провокации в каком плане, что мы сейчас придем всем поселкам, будем громить блокпост. Провокации были прорыв каких-то, то есть, людей, то есть не останавливались на требования казаков. Ну, все это было предотвращено, было изъято огнестрельное оружие, то есть лица, которые нарушавшие, были доставлены в определенные места. И знаете, самое интересное, что когда выяснилось, что Черноморский район всего охраняет 12 милиционеров, у которых в наличии всего 2 автомата и 3 пистолета, было, конечно. В этом случае нам помогло командир бригады ВДВ, которая была переброшена, так как поступила оперативная информация, что в зоне Черноморского района ожидается высадка морской пехоты вооруженных сил Украины, а именно флагман украинского флота, корабль «Гетман Сагайдачный», на борту которого находился порядка 150-200 пехотинцев. В скором случае была переброшена определенная группа вооруженные силы Российской Федерации, именно ВДВ,
С Севастополя в нашу сторону выдвинулся батальон «Запад» Чеченской Республики. Но на 16.00 15 марта была информация о том, что Гетман Сагайдачный покинул Черноморское побережье Черноморска и направился в город Одесса. И батальон «Запад» направился в Симферополь дислоцироваться. То есть нам его помощь была не нужна. 16 марта, 8.00, вы не видели это, действительно, что творилось. Все участки избирательные, уже в 8 утра была очередь, давка, и слышались такие слова: «Дайте я, дайте мне быстрее, я хочу первый». То есть люди хотели отдать свой голос о воссоединении Крыма и России. Здесь также присутствуют люди, которые были на блокпосту, которые были в администрации Черноморского района. Я вот предлагаю им дополнить мой рассказ. Может, что-то я упустил еще. Но могу сказать только одно. Задачи, поставленные руководством войска Донского по имени походному атаману Дьяконову, мы справились. И я был рад, что я направился с этими казаками туда, и что мы внесли свою лепту в историю Российской Федерации. Спасибо. Уважаемый батюшка, атаман, гости, преподаватели, кадеты. Вот я посмотрел сейчас этот фильм, вот как вчера все это было. Приятно. Расскажу о своей задаче. 15 числа от нашим походом атаманом Марчуковым была поставлена задача выделить казаков для обеспечения избирательных участков. Сам я с двумя казаками, один из них здесь присутствует, это Григорий Хичашвили и Юрий Кишевцовым, к сожалению, нет, он на работе у нас не смог приехать. Мы выдвинулись на избирательный участок. Это была школа номер один. Вот мы прибыли туда в 15.00 15 числа. Нашли директора, познакомились, выявили слабые места, посмотрели, где есть запасные входы и выходы, сделали небольшие баррикады из парт, потому что у нас было там немного, и начали охранять периметр. Чуть позже прибыли бюллетени в сопровождении двух милиционеров. Они у нас закрылись в одном из классов, в самом таком дальнем. Был определенный пароль назначен, чтобы входить туда. Вот. Они охраняли бюллетени, мы охраняли периметр. Потому что была возможность, была провокация, информация, что могут закидать этот класс бутылками, то есть этими коктейлями Молотова, так называемыми. Вот. Ночь, более-менее ночь прошла спокойно. Вот утром правильно там сказал, что люди уже пришли заранее. Такого наплыва, я живу давно, 80-е годы я так. Вспоминаю, были у нас на участках столько людей. Вот и Россия, Россия. Вот только такие были призывы, лозунги. С удовольствием шли, радовались. Да, вот еще что. Дежурили к нам еще трое ополченцев. Приходили, они менялись каждые 4 часа. И вот долгую ночью они, конечно, спрашивали меня. Вот мы, говорит, за Россию, мы, конечно, хотим туда. Но вот что-то вот свербило, боялись, еще что-то. Ну, я объяснил, что ничего не надо, все будет хорошо, сами все поймете и увидите. Вот. После того, как все произошло, в 10 вечера, по-моему, это уже было 16-го, когда закрылись эти участки, мы бюллетени сопроводили в администрацию района. Там был весь сбор всех бюллетеней для подсчета. Ну, вот, в общем-то, вот так. И потом, вот вы видели кадры, там ночь. Флаги – это вот как раз местные жители, там сходили с ума от радости. Самый атрибутик был, где взять российский флаг. То есть вот наличия там их не было. Спасибо. Господин атаман, батюшка, я был командиром одной из групп в составе отряда. Группы были примерно по 10-11 человек. За сутки до начала референдума командиром отряда атаманом Токиным была поставлена задача, доведена обстановка, как уже говорил подесаул Марчуков. Ожидалась высадка десанта морского, и была доведена информация о взаимодействующих подразделениях российской армии, которая находилась в этом районе. После чего выдвинулись
в места несения службы. Во время выдвижения население местное поголовно приветствовало. Мой объект был с группой, большей частью группы, здание администрации городской, а уже Черноморского района. Установил личный контакт с главой администрации, начальником милиции, МЧС. Было определено взаимодействие с мобильной группой, с остальными постами. Наше подчинение было передано в оперативный ближайший пост милиции. Ну, на мой взгляд, милиционеры выглядели несколько растерянными, деморализованными и впоследствии держались поближе к казакам. Ну, обошел здание, осмотрел снаружи, изнутри, приняли необходимые меры, заблокировали дальний вход, проходные коридоры, дополнительно затребовали на объект огнетушители, установили порядок пропуска, списки. Вот. Но накануне все прошло благополучно. Во время проведения референдума уже была попытка проникновения на объект старшего офицера СБУ, которая была благополучно пресечена. Объект проверялся во время референдума атаманом Водолазским, походным атаманом Дьяконовым, который командовал всеми донскими казаками. Вот. Надо сказать, что наш город, в котором мы находились, назывался раньше Ак-Мечеть. И это самая западная точка, мы Стархангут, побережье Крымского побережья. То есть ближайшая там Одесса совсем недалеко. Голосование прошло благополучно, все бюллетени, как уже было сказано, были потом перевезены в здание администрации. Еще одну деталь хотел сказать, это взаимодействие с войсками. Значит, в установленное время ночью прибыло подразделение вооруженных сил России во главе с майором. Установили аппаратуру специальной связи в течение 40 минут, после чего убыли. В конце несения службы уже произошел инцидент с применением оружия. Один из руководителей получил легкое ранение в руку. Пригодились медикаменты, которые были заранее заготовлены, оказали первую помощь. Ну, в конце концов, все закончилось благополучно. Всеобщее ликование, которое я наблюдал, ну, я думаю, что такое только можно было видеть в день победы над фашистской Германией. Спасибо. Еще одно слово я прошу. Сейчас Юрий Николаевич скажет о патриотическом воспитании. Я хотел вам сказать, вот флаг нам подарил глава администрации Черноморского района в память о том, что мы здесь. Это флаг крымский. Ну, я свои впечатления буквально в нескольких словах. Во-первых, вот Александр сказал, что там всего 12 человек на 32 с лишним тысячи населения, всего 12 человек милиции было. Поэтому обстановка была тяжелая, но когда мы приехали, вот выгружались с машины, в первую очередь, что интересно отметить, подошла к нам глава района и, значит, руководитель местного татарского отделения меджлиса ихнего, вот, когда этот памятник, митинг готовился. Я спросил, надо ли нам идти на этот митинг. Митинг открытый, все, она говорит, ничего не надо. И так выдохнула. Фу, слава Богу, про наш район не забыли. Приехали казаки. Значит, все будет в порядке. Так оно и случилось. Ребята тут говорили о том, значит, восторге и ликовании, которое, значит, население проявляло. Я честно скажу, что я такого в жизни не видал. Единодушие в выборах и вот такой восторг, который население проявляло. Я хочу вам сказать, ежели кто-то кому-то скажет или вы услышите, что референдум в Крыму и все мероприятия по присоединению Крыма проводились на штыках или под штыками там российских войск, брехня, не верьте никому. Это волеизъявление народа крымского. Вот вам живые свидетели в этом. Вот так вот. И еще одно я хочу сказать.
Значит, мы, конечно, в Крым направлялись, это принципиально важно, я считаю, только с разрешения и с благословения нашей православной русской церкви во главе с нашим наставником Олегом, отцом Олегом Кириченко. Ни одно действие без молитвы, без благословения Господнего мы не проводили в Крыму и сейчас вообще никогда не проводим. Каждый день начинался молитвой и каждый день заканчивался благодарственной молитвой за то, что у нас все в порядке, все нормально происходит. И хочу обратиться еще к нашим кадетам непосредственно. Вот сейчас выпускники кадетского корпуса на своих плечах, на своем здоровье прочувствовали, как нести службу, защищать интересы российского государства и наши народные интересы, можно сказать. Я хочу ко всем кадетам, кто еще не выпускается, обратиться. Вот смотрите, наши деды, прадеды Крым взяли, присоединили к России, отстояли во время Великой Отечественной войны. И сейчас наше поколение, ваше поколение непосредственно участвовало в возвращении Крыма России. Вам, кто выпустится через год, через два, предстоит защищать Россию. Это надо проникнуть, этим проникнуться, этой ответственностью, и на всю жизнь запомнить, вы и больше никто будете настоящими защитниками нашего Отечества. Поэтому и желаю вам крепкого здоровья, всего самого доброго, хорошей учебы, закончить кадетский корпус и со славой служить Отечеству. Спасибо. Итак, дорогие друзья, спасибо вам большое за выступление. Если у кого-то есть и возникли вопросы у ребят или у гостей, да, вы можете задать свободно, абсолютно не стесняясь, кому-то что-то, если интересно. Наше присутствие в данный момент – это в честь годовщины присоединения, вхождения или, как говорится, возвращения нашего полуострова Крым и города-героя Севастополя. Мы, жители города-героя Волгограда, всегда были с душой, как говорится, с городом-героем нашим Севастополем. И год назад мы участвовали при соединении полуострова Крым и города Севастополя с нашей Родиной. Участие наше было это наведение, как говорится, порядка в проведении мероприятия, чтобы прошел референдум. Народ, как мы видели, очень большой процент, это видно было по жителям, 97-95, провели выборы, и все обошлось, как говорится, без крови и без всяких, как говорится, больших столпотворений. И это доказало через год, что как было мудро сделано, и все нормально. В данный момент мы находимся в кадетском корпусе имени героя Недоруба. У нас большие взаимодействия, это наше подрастающее поколение и, как говорится, наше будущее. И вот все делается для того, чтобы кадеты любили и знали правду, о чем и как, и любили нашу Родину и несли, как говорится, флаг казачий российский впереди и с честью и достоинством. Как говорится, мы не случайно тут и частенько, потому что новости нет, и год прошел, кое-что может быть, как говорят, с удовольствием и с честью расскажем и, как говорится, наше присутствие, что было сделано правильно год назад, и все, как говорится, должно быть идти нормально. Значит, уважаемые, когда год назад наши казаки вернулись, не все были награждены медалями. Не всех мы смогли наградить. Это было очень тяжело, я уже повторюсь, потому что я был в опале. Но некоторые у нас получили медали. И потом еще раз получили.
надеюсь, получат остальные. Вот поэтому две медали мы сегодня еще вручим. Приказ от 16 марта 2015 года номер 03. За активную участие в деле возрождения донского казачества, воспитания казачьей молодежи в духе православия, нравственности, патриотизма и служения Отечеству, а также в честь празднования годовщины со дня воссоединения Крыма и России, приказываю наградить медалью за воссоединение Крыма и России Хичиашвили Георгия Зауровича. Наградить медалью за воссоединение Крыма и России Агапова Сергея Александровича. Всем, конечно, известно сейчас о событиях, происходящих на юго-востоке Украины. Это не просто печально, это очень большая трагедия для проживающих мирных жителей. И мы все очень переживаем за исход этих событий. Что каждый из нас может сделать или что уже сделали? Атаман Волгоградского казачьего округа в сентябре 2014 года обратился к казакам с предложением оказать гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины. Казаки охотно поддержали предложение атамана, но об этом чуть-чуть попозже, а пока кадеты Кириченко Алексей и Петарк Владилен расскажут об истории земель России. На территории Малороссии образовались обособившиеся от Киева Донецко-Криворожская и Одесской Советской Республики, входившие отдельными субъектами в состав РСФСР. Позднее Новороссийские области также вошли в состав Украинской Советской Социалистической Республики со столицей в Харькове. Последующие годы продолжились передачи Украины новороссийских территорий РСФСР. Большинство жителей переданных территорий были русскоговорящими, носителями русской культуры. Во времена Российской империи на территории Новороссии были созданы основы мощной промышленности Донбасса, Харькова, Днепропетровска. Построены кораблестроительные предприятия в Николаеве и Херсоне и крупные порты в Одессе и Мариуполе. В годы социалистической индустриализации Юго-Восток Украинской ССР продолжал укреплять свои позиции как наиболее промышленно развитый регион Украины и СССР. Еще до начала Великой Отечественной войны на Харьковском танковом заводе был создан Т-34, лучший танк Второй мировой. После завершения Великой Отечественной войны на юго-востоке Украины за короткий срок был восстановлен промышленный потенциал. И в дальнейшем это был один из наиболее экономически развитых регионов страны. В области энергетики была осуществлена постройка всего Днепровского каскада ГЭС. В Днепропетровске были созданы крупнейшие предприятия ракетно-космической отрасли. В Запорожье активно развивалось моторостроение, в Харькове – авиапром, а в Николаеве советское военное кораблестроение достигло одной из вершин своего развития. Здесь строились советские авианосцы. Кроме того, здесь находились самые передовые научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, учебные заведения, театры и многие другие объекты культуры. Юго-восток Украины прославился упорным сопротивлением немецкому наступлению и фашистской оккупации. Одним из ранних героических эпизодов войны стала Одесская оборона 1941 года, в честь которой Одессе впоследствии был присвоен статус города-героя. Мы помним и чтим память молодой гвардии, других партизанских групп, подвиг военный и подвиг трудовой. Неудивительно, что жители Юго-Востока, чьи предки внесли столь Ахтинославской, Таврической и Бессарабской губернии, а также и Кубанская область. Необходимо отметить тот факт, что часть современных Луганской и Донецкой областей Украины входили в состав области войска Донского. Термин «Новороссия» употреблялся до начала 20 века. В настоящий момент в регион Новороссии входит 8 областей: Луганская, Донецкая, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская. Исторически и культурно
Новороссийский регион очень близок к югу России, включая Ростовскую область. Новороссия в Российской империи считалась самым индустриально развитым регионом. После февральской революции 1917 года власть перешла к временному правительству. Возникший после февральской революции хаос в стране породил на территории России более 100 местных советов, которые весьма условно подчинялись временному правительству. В числе таких советов была Украинская Центральная Рада в Киеве, которая тут же предъявила претензии не только на всю Малороссию, но и на весь юго-запад страны. Временное правительство послало в Киев делегацию, возглавляемую министрами Терещенко и Церетели, которая 3 июля 1917 года признала автономию Украинской Центральной Рады. Ну, хочу сказать, что сегодня прошло очень значимое мероприятие не только для нашей страны, но и для наших ребят, которые учатся здесь. Потому что они стали свидетелями того, что в нашей стране произошло грандиозное событие, значимое для всей нашей страны России. Воссоединение Крыма, да, присоединение к Российской Федерации. И для них, наверное, я так думаю, было значимо то, что присутствовали на мероприятии именно участники этих событий, казаки Волгограда и Волгоградской области, и ребята увидели воочию, услышали о том, как все было. И я думаю, что для них это был колоссальный пример мужества, отваги, преданности своей родине. Поэтому для каждого из них, мы даже вот обратили внимание, что они очень внимательно сегодня слушали и после мероприятия задавали очень много вопросов. Наверное, на мероприятии постеснялись это сделать, а вот после мероприятия задавали очень много вопросов. Для них было это интересно. Еще хочется сказать о том, что очень приятно было видеть выпускников нашего казачьего кадетского корпуса, которые тоже стали участниками событий, происходящих в Крыму. Ну и вообще для каждого нашего гражданина Российской Федерации эта дата действительно стала значимой, практически вот наравне, так скажем, с Днем Победы для каждого человека. Поэтому действительно это очень важно и ценно, что проходят такие мероприятия. Они должны быть, дети должны знать, должны гордиться, должны видеть тех героев, тех участников и, конечно же, следовать их примеру. Православную церковь. Это активно сейчас проявляется, известно, защитниками веры всегда выступали казаки. Что они сейчас продолжают делать? И слово предоставляется... Господа атаманы,
братья кадеты. Знаете, сегодня, вот когда выступал походный атаман, который участвовал в событиях, связанных с обеспечением порядка во время проведения референдума в Крыму, вот не подумалось. В Волгограде в эти дни проходит очень много мероприятий, связанных с годовщиной воссоединения Крыма. А вот сегодня здесь, на территории кадетского корпуса, присутствуют и выступали непосредственные участники этих событий из Волгограда. И вот только здесь, собственно, мы их вот так увидели и услышали в стенах кадетского корпуса. И очень плохо, конечно, что... вот сейчас жалко нет телевидения, уже ушло, я когда их увидел сейчас, говорю, вот вы выходите. Говорю, очень жаль, что нет здесь представителей областной власти. Вот. Хорошо была представлена городская власть, депутаты, вот, слава богу, Дмитрий Владимирович Калашников присутствует здесь. А вообще, вот, конечно, такое событие, вот непосредственные участники из Волгограда присутствуют здесь. И вот вы, кадеты, имеете возможность услышать слова очевидцев, всего того, как это происходило. Прошел год со дня воссоединения Крыма с Россией. И это событие, и его герои, без сомнения, войдут в учебники истории. Крым сейчас у нас у всех в сердцах. Крым сейчас у всех на уме. Мы все глубоко переживаем за Крым и пристально следим за всем, что там происходит. Эти переживания меняются каждый день, как меняются стремительные события в Крыму. И сегодня Крым – это наша радость, и наша тревога, и наша надежда, и наше ожидание. Мы говорим о том, что Крым возвращается домой. Мы слышали сегодня об истории Крыма, об истории присоединения Крыма к Российской империи. Так вот, Крым возвращается домой, и мы много об этом говорим сейчас. Иначе как чудом это возвращение назвать совершенно невозможно. Это чудо, которое в очередной раз открывает нам, как Господь, даже злые дела и великие скорби, обращает ко благу. И действительно, сколько мы скорбели о Киевском Майдане. Казалось, что это стало нашим поражением на Украине. Но Господь неожиданно обратил его к победе, к возвращению Крыма в Россию. За последние десятилетия, с начала 90-х годов, нас приучили к поражению. Мы уже привыкли, что Россия только разбрасывала свои земли. Будучи разделена, Россия оставляла своих сыновей и дочерей в других государствах. И это стало скорбной нормой современной России. Россия оставляет, теряет, раздает. А в эти дни мы впервые за два десятилетия переживаем совершенно другое чувство. Чувство приобретения, чувство возвращения, чувство собрания нашей земли, собирания нашего народа. В эти дни мы видим чудо промысла Божьего, как Господь без единого выстрела, заметьте, без единого выстрела своим мановением возвращает России ее достояние, несправедливо отобранное в советское время произвольным таким вот произволом волюнтаристских вождей нашей партии тогда, вождей, которые могли в одну ночь, не спрашивая живых людей, сделать их юбилейным подарком, передав в другую республику. Хотя тогда и была единая страна, и никто не мог подозревать, что случится ее развал. Тем не менее, 2 миллиона русских людей даже не спросили, даже не поставили в известность, передали в другое государство. В одну ночь люди заснули в России, а на утро проснулись уже на Украине. Русскими людьми манипулировали, как крепостными крестьянами. Это была величайшая несправедливость, не имеющая оправдания и срока давности. То, что происходит сейчас с Крымом, вот это как раз акт исторической справедливости. Мы впервые за последние десятилетия слышим на самом высоком уровне высокие слова о русском народе. Слова, которые не могут не трогать до глубины души. Россия своих не сдает. Россия своих не забывает. Россия своих не оставляет. И вот в эти дни нас посетило чувство единого народа, который как богатырь встает вопреки политическим границам,
созданным в советское время в нашем едином русском доме. Россия, как богатырь, встает и собирает своих детей, собирает свои земли, отобранные у нее. Мы сейчас переживаем, наверное, одни из самых радостных и вдохновленных, таких счастливых дней в нашей истории. Наверное, такие чувства последний раз народ переживал 9 мая 1945 года. И вот это День Победы. И это, наверное, действительно день нашей новой русской победы. Крым – это форпост православия. Это святой остров. Крым для нас, безусловно, краеугольная часть Святой Руси. И он освящен подвигами величайших святых. Ведь по земле Крымской проходил святой апостол Андрей Первозванный. Там в изгнании подвязался и служил священномученик Климент. Проповедовали святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Именно с Крыма, или по старому названию Ставриды, началась их проповедь. А еще в Крыму есть целый собор мучеников херсонесских. 7 мучеников в Херсонесе епископствовавших. Так вот, а вы знаете, что сегодня именно в церковном календаре именно этот день их памяти. Мы собирались проводить наш круглый стол в среду. По просьбе, вот в среду как раз был на площади павших борцов очень важный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма. И в связи с этим круглый стол наш был перенесен на пятницу, на сегодняшний день. Ну, просто диву даешься. Это только промысел Божий. Вот сегодня мы обсуждаем этот вопрос, а сегодня в церковном календаре память святых крымских. Вот. Только недавно мы на днях встречали память святого Луки, архиепископа Воина Ясенецкого. И вот, а сегодня как раз день святых в Херсонесе, а это Севастополь. Это именно Севастополь. Сегодня день памяти их. Теперь мы должны больше почитать этих святых, также вернувшихся в Россию, и верим, что их молитвами Крым чудесно обретен Россией. Вот мы сегодня слышали, ребята уже говорили о том, что слово «Крым» в переводе означает «стена», «защитный вал». Сейчас этот перевод обретает символический смысл. Крым поставил предел тому беспределу, который творит в этом мире Америка, когда она просто заламывает руки другим государствам, когда она развязывает войны, Ирак, Сербия, Ливия. Ведь не надо обвинять украинский народ. Хотя, конечно, в большинстве своем он сейчас зомбирован. И обвиняет во всем Россию, обвиняет нашего президента. Но это следствие той мощной, оголтелой пропаганды, которая развернута в средствах массовой информации Украины, или в средствах массовой дезинформации. Главная, конечно, скрипка, вы все это понимаете, это Соединенные Штаты Америки. Это они играют свою глобальную геополитическую игру, и для них Украина является только плацдармом, только той землей, на которой они воюют ни с кем иным, как с Россией. Дерзну сказать, что не только Крым присоединяется к России сегодня, но и современная Россия должна воссоединиться с Крымом, который сохранил свою русскость, свою верность, свою историческую память. И хотелось бы, чтобы именно к этому присоединилась и Россия. Многие оппозиционные политики и политологи различные, вот такого либерального оттенка, пророчат России проблемы. Дескать, возвращение Крыма станет концом России. Оно поссорило Россию с Западом и приведет к катастрофе. Однако тому, кто знает историю, очевидно другое. История циклично повторяется. И тот, кто имеет славное прошлое, и тот, кто имеет и славное прошлое, и славное настоящее, будет иметь и славное будущее. И мы в это верим и твердо знаем. Спасибо за внимание. Учебники, по которым сегодня будут заниматься дети в городе Луганске.
Стало возможной эта акция, выполнить эту просьбу, благодаря вот телемосту, о котором я сказала, инициативе Русской Православной Церкви и нашего окружного атамана Александра Анатольевича Кривенцева. Совместно мы вот создали такое единое пространство, и мы надеемся, что обучение это позволит нам создать действительно единое интеллектуальное, культурное пространство и умение жить и той стороны, и наших детей ради други своя, по этим святым принципам. Поэтому впереди у нас очень хорошая надежда. Спасибо большое. Крыма с Россией – это не просто исторический какой-то момент. Это есть подтверждение вот той непреложной Божьей воли и Божьего промысла о народе одном нашем, разделенном так механически, какими-то волями такими человеческими. И о тех людях, которые принимали прямое участие, что сказать, что это святое дело. Это не просто участие в историческом событии, а именно дело святое. Вот те люди прожили свою жизнь уже не зря. Вот. И те люди, которые находятся сейчас на Украине, противостоят вот этому фашизму, который мы с вами видим. Да? Те люди, которые поменяли обстановку в Крыму в свое время и помогли присоединению Украины с Россией, Крыма с Россией, простите. Они делают духовное и святое дело. И я помню, как год назад, когда начались события в Крыму, в храмах совершались службы, люди стояли на коленях, просили у Господа Бога о помощи тем людям, которые стараются поменять ситуацию там. Вот. Ну вот молитвы услышаны были. И вот то восстановление, воссоединение Крыма с Россией, это есть яркое явление духовного Божьего промысла о нашем народе, о нашей стране и о нашей церкви. Вот аминь. Всегда будет Россия единая и неделимая. Как гражданин, как депутат той земли, в которой меня воспитала, которая меня родила, в том, что вот благодаря, наверное, всей той истории, после постсоветской так называемой истории, которая была после распада нашей большой Родины, тот факт, что мы сумели не перевернуть нашу историю, мы сумели остаться верны памяти наших дедов, памяти наших отцов. Мы эти подвиги не признали какими-то ошибками, мы их чтили, и, наверное, благодаря этому удалось получить такую так называемую Крымскую весну. Потому что именно соответствие справедливости, соответствие духу той русской истории, которую формировали не только русские, но и украинцы, и татары, и башкиры, и удмурты, очень много национальностей нашей страны. И удалось вот, получить тот результат, тот подъем самосознания нашего населения, подъем самосознания всей страны. И я считаю, что вот эта работа по формированию личности, по формированию патриота ведется именно в этих стенах кадетского корпуса. Именно в этих стенах формируются те люди, которые потом будут, на которых потом будет держаться наша страна. Формируется образ и дух офицера в российской армии, формируется дух человека, гражданина, верного своей истории, верного своей стране. И вот формирование, проведение такого рода круглых столов позволяет нашим ребятам с юных лет, со школьной парты понимать то, что они сыны, они внуки, они правнуки великих подвигов, великого Недорубова, великого Бересьева, великого Гастелло, тех людей, тех фамилий, которые создали нашу великую родину. Знаете, мы, наверное, все с вами вот, были в том возрасте, когда учился в школе, приходили к нам навстречу ветераны, то есть живые участники тех событий, которые происходили во время Великой Отечественной войны. И вот важно в этом потоке информации, в этом потоке подчас лжи, который у нас льется с телеэкранов западных компаний, либо там интернета, услышать информацию о том, как это было из уст тех реальных людей, которые там были, которые участвовали в тех событиях, которые не просто прочитали это со страниц газет, не просто увидели это в телеэкране, а пережили сами, пережили вместе с теми людьми, которые были в Крыму, которые живут и которые считающие себя россиянами. Что хочу сказать. У меня достаточно известная для России фамилия.
и никогда не ошибаются, когда переводят на иностранные языки. Она звучит достаточно просто и громко для той страны, и я хотел бы, чтобы каждый из кадетов чтил свою фамилию, потому что я уверен, что в истории каждой фамилии, каждого рода есть и было место подвига тех людей, благодаря которым они сейчас учатся здесь, благодаря которым они живут, благодаря которым они становятся личностью. И я думаю, что когда мы чтим свою фамилию, значит, тем самым мы уважаем и любим свою родину. За Отечество прошу всех встать и почтить минуту молчания. Еще сказать, что о том, что многие участники этих событий были награждены, и вот 7 казаков были награждены медалью Министерства обороны за возвращение Крыма. 7 казакам были вручены благодарственные письма областной думы администрации Волгоградской области. Все казаки были удостоены почетного знака «Христианский символ веры», принявший участие в операции по возвращению Крыма в составе сводного крымского атамана Ваканова казачьего полка. И в адрес губернатора Волгоградской области было направлено благодарственное письмо от депутата Государственного совета Республики Крым, главы администрации Черноморского района Республики Крым Светланы Анатольевны Лужецкой. Спасибо вам огромное еще раз. И сейчас для вас выступит ансамбль казачьей песни казачьего кадетского корпуса, руководитель Богодоров Михаил Иванович. Если хочешь быть военным, дисциплину соблюдай. Шашку бери, бери, да мурку.
восхищена. Восхищена обстановкой территории, воспитанниками, преподавателями. Спасибо вам большое. Молодцы. И раз я первый раз, я не могла прийти с пустыми руками. Мы сегодня говорим о патриотическом воспитании, фронтовые письма Великой Отечественной войны, они вот здесь документальные. Читайте, изучайте. Мы сегодня говорили о Севастополе. Флотоводец Николай Герасимович Кузнецов. Он у нас материалы о жизни и деятельности наркома военно-морского флота, адмирала флота Советского Союза. Читайте, гордитесь. Я хочу сказать, что я еще представляю архив Центра документации новейшей истории. Так вот, именно в нашем архиве за 100 лет архивные документы о казачестве Волгоград, территории Волгоградской области. Я вам принесла путеводитель. Вот здесь перечень документов. Изучайте. Только зная историю, можно жить сегодня, мечтать о будущем и делать добрые дела. И я хочу сказать, что кадетский корпус – источник комплектования Государственного архива Волгоградской области. То есть все, что делается сегодня, ребята, здесь, какие добрые дела вы делаете, если что-то делаете не очень доброе и попало в документы, это будет храниться вечно. Не 100 лет, не 200, а пока мир существует. И ваши дети, и внуки, и правнуки смогут узнать, как вы жили, как вы служили, как вы росли и какими вы выросли. Это дальше будет писаться история. И я желаю вам, чтобы каждая строчка вашей биографии вписывала славную историю нашей великой страны России. Читайте, изучайте, гордитесь, любите нашу страну. Спасибо вам огромное за теплые слова и за очень ценные подарки. Хочу сказать большое спасибо Эдуарду Францевичу, Наталье Сергеевне, всему педагогическому составу кадетского корпуса, господам кадетам, смотрел даже с интересом, слушали, никто не спал, специально посмотрел. Будет кто-нибудь спать? Нет. И хотелось бы четырем, ну, бывших, наверное, тоже не бывает, учащих кадетского корпуса, да, как военные, вручить сертификаты. Мурсалимов Евгений Рустамович. Малимонов Алексей Александрович. Ну и, наверное, это с большим удовольствием. Маланичев Алексей Александрович. Ну, будь добро. Еще раз благодарим всех участников круглого стола. Спасибо, что вы приехали к нам в корпус, несмотря на отдаленность от Красноармейского района, от города Волгограда. Мы всегда рады вас принимать с удовольствием, с большим и открытым добрым сердцем. Поэтому я думаю, что, глядя на наших ребят, вы будете приезжать к нам чаще. Ну и в заключение, Эдуард Францевич, разрешите вам предоставить слово. Да, лучше вас видеть, чтобы вы посещали почаще, находили возможность и время, чтобы ваши детки с ваших округов учились здесь побольше, есть тут побольше еще. Спасибо Доману, спасибо батюшку вам за участие, спасибо всем гостям, спасибо, Наталья, вам, кадетам, спасибо нашим бывших, не бывает, но они учились у нас достойно, выполнили свой долг и будут еще выполнять, если потребуется. Всем спасибо. Будь добры.
Ну, год назад наши казаки приняли участие непосредственно в самом референдуме. И в этом году мы отмечали годовщину, как вся страна, с большим удовольствием отмечали годовщину Крыма, воссоединение Крыма и России, называемую Крымскую весну. Казаки всегда были, есть и будут на защите границ российского государства. Поездка досталась очень тяжело, потому что многие были против, чтобы мы туда поехали. Но губернатор сказал, казаки Волгограда должны быть. И мы поехали. Ну, всем понравилось. Все сказали большое спасибо. Мероприятие такого формата надо проводить намного больше. Ну, в общем, мероприятие нужное, особенно патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание. Любое мероприятие. Батюшка был присутствовал у нас. Поэтому всем большое спасибо. Будем чаще проводить такие мероприятия. Мы собрались по первому зову братского народа, крымских казаков, которые прислали призыв о помощи, о охране общественного порядка, благо проведения референдума. Мы собрались по благословению батюшки отца Олега Кириченко и двинулись в путь. Прибыв, мы туда сформировали отряд, который непосредственно занимался охраной общественного порядка. Выполняли поставленные задачи. Задачи выполнены были на отлично, без происшествий. По завершении мы участвовали в митинге, где нас поблагодарило руководство Черноморского флота, администрации города Севастополя и благотворно возвратились обратно в земли волгоградские. С Божьей помощью. Скажите, пожалуйста. Огромная радость, что Крым вернулся в свою, как бы, ну как, историческую свою родину, но присоединился опять к России вместе с какого-то. Прежде всего, мы казаки – это православные люди, и мы не могли просто не постоять за братский народ. Все собрались, даже зная, что, может быть, где-то будут летальные исходы. Ну, все верили, что мы за правое дело идем. Без раздумий поехали туда, выполнили задачу, вернулись. Я думаю, подрастающее поколение тоже будет смотреть на подвиги наших отцов, показали прадедов, пример. Да, на своем опыте показали пример, что съездили, да, не побоялись. А прежде всего, сами крымчане очень патриотично отреагировали и организовали, провели референдум, и в состав России уже вошли Крымская автономная республика. Это просто не передать словами, какие чувства были, когда находились непосредственно там на референдуме. Просто люди шли с самого утра, чтобы отдать голос за вступление в Россию. Со слезами на глазах шли и говорили, что мы хотим вернуться домой, на историческую родину. Однажды мы когда-то проходили во время митинга по площади в городе Черноморске, где мы непосредственно несли службу, к нам начали подходить люди и благодарить со слезами на глазах, что мы приехали. Даже несмотря на то, что мы еще ничего не сделали, референдум еще не был проведен, они уже благодарили нас со слезами на глазах. Обнимали, целовали, наше сердце защемило. Так относились к нам, были крымчане. Очень тепло проходило приветствие нас. Помнить подвиги наших отцов, чтить традиции и душой болеть за правое дело. Ни перед чем не страшась, идти только вперед. За народ, за правду, за веру. За православную веру.